Я всех поздравляю с наступающим Новым годом. Я хочу вам пожелать, детки, здоровья, много инноваций, много хороших проектов и встречи на нашем чемпионате мира, где мы все вместе увидимся, и успехов вам всем. Всех франчайзи, всех педагогов поздравляю с Новым годом, желаю им творческих успехов, успехов в работе. И самое главное, чтобы всегда были эмоции счастья. Я желаю всей команде «Мини-босс» чувствовать себя всегда на высоте, быть всегда первыми и добиваться всех поставленных целей наверняка. Я желаю всем счастья, здоровья, успеха, удачи и, конечно же, достижения тех поставленных целей, которые уже поставлены, и открытие горизонта для новых целей. У меня родилась такая ассоциация, метафора, как вот Млечный Путь, да, большие галактики, плеяды звезд. И есть те, которые эти звезды формируют эти галактики и собирают нас вот в какую-то свою такую систему, звездную систему, которая светит людям, доносит этот свет, доносит эту осознанность, доносит то, что в мире все возможно. Я желаю коллегам из Литвы, из Молдавии, из Казахстана успехов, энергичного старта, хорошего настроения, большой отдачи от учеников и коллег. Чтобы каждый филиал, каждый директор, франчайзи, педагог достигал вот этих поставленных целей, крепкого здоровья, задора, и чтобы все мечты осуществлялись, ведь Новый год — это в какой-то степени волшебство и капелька волшебства, но не только детям, но и взрослым. Пусть этот Новый год будет годом новых открытий, новых идей. Пусть на пути каждого из нас встречаются люди, которые смотрят в одну сторону. Я желаю всем успеха, я желаю процветания. И завершенням року, навчального року 2018, який був досить нелегкий, але дуже продуктивний. І я бажаю, щоб 2019 рік з легкістю розпочався і тривав з такою ж великою насолодою, щоб були свої кроки успіху, щоб було натхнення, багато друзів, цікавих подій, подорожей. Бажаю всім поїхати в табори. Бажаю, щоб колеги та ви, ваші сім'ї, були всі на одній хвилі. Ну і, звичайно, такої великої любові всім вам в душі.